Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы продолжим играть с вами в игру Jailbreak. И, пацан, не стреляй по мне, пожалуйста, не стреляй по мне! Да, появилось очень много ружек, граната! Алло, чувак, не надо. Я вам сегодня хочу продемонстрировать все оружия в этой игрушке. Я купил все, полностью все оружия, так что сегодня мы их испытаем. Знаете, над кем? Над копами, потому что я еле выбрался с этой тюрьмы и еле вообще сбежал с нее, так что я хочу отомстить этим копам. Сервер, как видите, копы хорошие, они нубики. Так что я хочу им пойти и отомстить. А чё я еду? Чё я лечу? Я не взял оружие. Никакое оружие не взял. Так, давайте. Возьмем калаш. Возьмем, то есть, РПГ. То есть, базуку возьмем. Возьмем дробовик. Так. Да, покупаем. И это еще тоже покупаем. Потому что у меня нету каких там... Да, этих... В общем-то, патронов. Я вам хочу сегодня показать еще один баг. Только он секретный, ребята. Никому не говорите. Это лично для вас. Потому что разработчики узнают, они быстро его закроют, этот баг. Да, я вам тоже так думаю. Погнали мочить всех копов, ребята. Так, а что здесь у нас за миссия? Ака? Что? Я не знаю. Ну, короче, 75 минут, секунд что-то побыть там. Ну, короче, миссии я сегодня не буду выполнять. Я хочу сегодня... Поубивать копов. Где вы? Что-то я не очень вижу копов. Их только что тут было немерено. Проблемка. А они тут есть вообще на сервере? На карте я их не вижу. Хотя нет, вон есть один, вон есть. Вон, бежит за чуваком, да? Да? Давай, выходи. Вон коп, да? Нет? Я хочу копа найти какого-то. И его убить. Только где же вас найти-то? Эй, копы, покажитесь. Это кто? А там кто-то был? Нет, вроде бы нет. Так, что-то у нас тут не очень много копов. Нет, блин. Все. Это фейл, ребята. Я потерял НЛОшку, можно так сказать. Так что все, теперь, ребята... Едем за новой НЛОшкой, потому что я теперь не заберусь туда, к своей НЛОхе. Коп! Коп, откуда ты взялся тут? А, давай его туда. Опа-па, давай. Копяра, давайте его убьем тут. Иди сюда. Ага, он туда пошел. Давай, коп. Ну как же тебя убить-то? Да он убежал. Давай, у меня есть оружие. Хотя я лучше отойду отсюда. Ой, блин, коп сбежал. Понимаете это? Погнали посмотрим, где там копы. Где-то они тут гоняются. А ну-ка. Где же вы, копы? Где вы? Вот это кто? Я на поготове. Коп! Коп, копьяра! На тебе! На тебе! Оп! На тебе, получай! Опа-па! А, нет! Как ты меня арестовал? Как ты меня арестовал? Нет же! Нет, он меня арестовал! Короче, нету смысла, ребята, просто лучше с крыши поливать по ним всем. Так что давайте вернемся уже возле оружейки, возле оружейного магазина. Вот мы уже и прилетели к оружейному магазину. Я выбрался с тюряги. Меня еще 3 раза арестовали, пока... В общем-то, один этот коп... Так что, ну, мне только что было не очень весело. Ну, давайте продолжаем веселиться. Берем дробовик, калашик. Давайте берем нашу базуку. А я знаю один баг, не знаю, если он... Давайте возьмем. Так, байта. О, так. И подходим и берем на Е, нажимаем. Нет, надо, ребята, в общем-то, потратить все патроны сначала в этой пушке. Так что погнали их тратить, убивать копов, а потом я вам покажу баг, который будет на бесконечные патроны в РПГ базуке
Так что вот так вот будет у нас прикольно. О, коп-коп бежит, да, видите? Видели, ребята? Ага, копяра, копяра, точно копяра. Иди сюда. Где этот коп? Так, где ты делся? Он вроде... А, вот да он! Давайте ему гранату. А, он пропал. Чё? Вон коп, вижу! На тебе гранату! Получай гранату! Я его взорвал? Нет, давай. На, ай, давай, лови гранату, вон туда. Да ну, что я промазываю-то? Вон туда, гранату лови. Да, короче, берем. Все, нате вам. Нате вам, коп. Будете вы у меня сейчас бедненькие. Ох ты, куда ты убегаешь? Ты не убежишь никуда. На тебе, чувак еще какой-то. На тебе. На, у нас ноль, ребята. Так, давайте его добьем. Получай. Так, сейчас я, ребята, вам продемонстрирую банк. Я не знаю, я его не проверял лично. Давайте побочим копов. На тебе. Берем дробовик. Хотя, давайте гранатами закинем. А хотя у меня... Значит, там немного... А хотя... Вот так тебе. Ай, блин, промазал. О, чувак, как ты перепрыгнул. А ну-ка, где вы? О, давайте продемонстрируем. Где вы, копы, деваетесь? Чего вы телепортируетесь? О, давай, опа. Нет, у меня нету гранат. Они закончились, точно, там же 5 гранат было. Ну, в общем-то, мы сегодня что-то просудили деньги просто. Ну, сейчас мы вернемся, ребята, за базукой. Мы не будем ее покупать. Мы с помощью бага получим еще 10 патронов. Просто бесплатно. Только, ребята, если вы выйдете из сервера, заново зайдете, выйдете и зайдете, то, ребята, он про баг пропадет. Давайте нажимаем кнопочку «Buy». И теперь идем и нажимаем «Где коллаж?» Кнопочку, ну, «Взять». И вот, ребята, вы видите, что случилось. 6 патронов. Уже 6 патронов. А ну-ка давайте еще, я не знаю, что у меня 6? Надо, чтобы было 10. А, надо убрать. Вот так. Нет. Да ну-ка. Да не, ну у меня было только что 0, вы видели, ребята? Так что это реально все. Давай, садись. О, погнали с чуваком бомбить копов. Вот это будет круто сейчас. Мы с чуваком будем просто всех убивать. Давайте, сквозь фонтанчика. О, то есть какого фонтанчика? Водопада. Я вообще уже начинаю говорить на водопад фонтанчик. О, там копы есть, явно есть. Давайте приземляемся на нашей... Эй, на ложке, по нам уже, вон, вижу, стреляет кто-то. А ну-ка, кто? Кто здесь такой умненький у нас? Где копы? Убежали? А вон там кого-то видел. А нет, это не коп. Так, ну, давайте пока возьмем вот так. Копы есть вообще на этой карте? Ну что ты по мне стреляешь? Опа-па. А, я промазал. Я промазал. А ну-ка. Я зачем мне 2 патрона потратил? Я не могу это понять. А ну-ка да. О. Чуваки! Я смогу своих убить или нет? Мне это любопытно. Ну, давайте еще заедем за оружием сейчас. То есть за патронами. Видите, это способ... Хорошие, ребята. Ну, копов я вижу. А, вон коп. Вон коп. Ай, промазал, промазал, к сожалению-то. А ну-ка, давай, коп. Давай, иди сюда. Мы тебя тут поджидаем. Мы тебя ждем. По ком ты стреляешь? Тут никого нету. А ну-ка, он туда. Если... Вот так вот. Запустить. Что? Кто это? Ага, это наши. Явно. Ага, вон он, вижу. Вижу, вижу, давай сюда подходи. Давай, вот так, сюда запускаем. И... Ни в кого не попали, ну что же это такое? Короче, ребята, у нас нету патронов. Ну, в принципе, можно с дробовика, но давайте подъедем поближе. Куда-то туда. Полетим, посмотрим. Давайте еще раз продемонстрируем этот баг. Но мне лично не очень верится, что он работает, потому что... Ой... Ага, тут наши преступники. Потому что я его в интернете случайно увидела, ребята. И мне было любопытно. Ай-яй-яй, нет же, фух, есть. Это у меня просто тут такая штука, что у меня тарелка не опускалась.
Я просто знаю, какой способ, чтобы она опускалась. Просто выпрыгнуть и сразу в нее сесть. Давайте еще продемонстрируем. Нажимаем кнопочку Buy вот так вот. И нажимаем вот так, чтобы эта табличка не исчезла. И теперь закрываем эту штуку. И у нас 6 патронов. Хотя что 6? Потому что я, помните, когда первый раз продемонстрировал, у меня было 6. Или нет? Да, вроде бы. Да я не помню, ну, ребята, все равно 6 патронов бесплатных, понимаете? Ни за какие деньги 6 патронов вот этих вот я получил. Ну, сегодня мы не будем грабежем заниматься. Я хотел просто выпуск, чтобы бага показать. Ну, я хотел копов поубивать, но их что-то нету, понимаете? На этом сервере их немного, к сожалению. Я хотел, чтобы их побольше было. Чтобы их прям кишило там, этих копов. Чтобы их было немерено просто. Так, а их нету, понимаете? Так что, не знаю, давайте куда-то еще полетим. А, я вам хотела, что я вам хотела показать? А, точно. Хотел... Блин, я не помню, что я хотел сегодня еще сделать видео. Ну, может, в музей почти погнали ограбим, если он будет там пустой. Ну, а, да, ребята, я хочу кому-то из этих всех чуваков подарить денежки. О, давайте, например, этому чуваку. Подарим денег. Хотя... Money. Free money. Давайте напишем. Так. У меня чатик. А, ну окей. Давайте вот туда. Короче. Я, давайте в тюрягу поедем. Там у нас призонеры есть. Есть довольно-таки много. Ну, 4 призонера. Думаю, ах, нормально будет. Кому-то сегодня повезет, кому-то я дам. Давайте 3000 мелкую такую сумму дадим. И, кстати, если ты будешь со мной играть, мой подписчик, напиши в чатике, я прочитаю в игре Roblox. Если ты будешь со мной играть, напиши в чатике там Denplay, Money Please, и ты получишь денежек. Там АФК, да? Нет, не АФК, давайте ему подарим. Именно счастливчик получит эти денежки. Давай, вот ты мне понравился, давай. Чувак, давайте тебе... А, понятно. Давайте, кто первый возьмет эти денежки, тот и будет счастливец. Так, вот. Давайте, пишем. Давайте, 3. Хотя давайте 4. Хотя давайте 5. Алло, алло, алло. Народ, да не, я тебе не подарю, ты бьешься. Мань, да ты не будешь брать. Я лучше тебя... Он... Вот так вот сделаю тебе. Как тебе, нормально так? Дышится. Так, ну давайте тогда пойдем к какому-то... Давайте вот тут на проходике положим. Вот здесь кто-то, возможно, возьмет. Давайте. 5000. Дроп кэш. Давайте, ждем. Донатион, да? Да, кто-то может взять денежки, ребята, просто. Кому-то повезет сегодня. Давайте, давайте. 5 ден, 5, то есть, тысяч... From the play. Давай, давай, вот чувак идет. Возьми ты денежки и будешь счастливчиком. Давай, бери. Есть, чувак, я тебя поздравляю. Ты получил 5000 от меня. Хотя бы спасибо сказал. Он, наверное, не знает, что это я ему дал. Ну, ладно. В общем-то, ребята, сегодня мы повеселились. Дал я 5000 этому чуваку. Ну, а, кстати, давайте... Хотя, давайте его прокатим. Прокатим. Куда тебе? Давайте до музея. А, вот коп. Это коп, да, коп! Давайте его сейчас убьем и все. И на этом выпуск у нас закончится. Так, давайте. Опа-па. Ты не будешь наших обижать. Получишь сейчас. Опа-па! У меня. Иди сюда, как пиара ты такой. Ой, иди сюда. Ты надоел всем. Да ну, давай ему. А, короче. Ребята, давайте его сейчас дробаша заделаем. Давай, катай, получай. Получай, получай. Двадцаточку тебе снесли. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. На... Да давай ты быстрее. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Что ж, я его не убил? Ай, как это может быть? Да, давай, давай. Нет, нет, чувака надо разрестовать. Нет, не успели. Так, давайте, берем. И где ты делся? А, вот ты где. Капер. Вон ты где делся. Давайте, давай. Давай, не бойся, кот, не бойся. Ты всего лишь умрешь. Будешь знать, как наших, понял? Получай.
Ты вижу, кто-то есть? Не знаю, кто-то там есть? О, давайте возьмем пистолет. Кто-то там? Давайте проверим, кто здесь такой. А ну-ка, на-на-на-на-на-на. Тут копов нету, ребята. Так что сегодня у нас был крутой видеоролик. Поставь лайк, если понравилось. Счастливчик получил у нас сегодня 5000, мне их не жалко, именно тебе мне тоже их не жалко. Если хочешь со мной поиграть, добавляйся в друзья, мой ник denplay3028, и на, в чатике, вот здесь вот, в чатике напишешь, что denplay как бы там, я чатик всегда читаю вот здесь, когда играю. Так что, если ты именно, подавайся в друзья, там, давайте вместе будем играть, когда там, например... Кто-то, я говорю, завтра буду играть, там, и вы тоже присоединяетесь к игре, там, Join Game нажимаете. И я вам подарю, там, целых 20 тысяч, или 30, или сколько вы хотите. В общем-то, кто хочет какой-то деньги, то заходите ко мне на сервер. Ну, то есть, когда я буду играть, вы тоже заходите, со мной поиграем, и заодно я вам дам денежки. Так что, всем удачки, ребята, и всем пока!